обманывал тех, кого нужно защищать. В Иркутске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в воровстве денег у пенсионеров. По версии следствия, мужчина подходил к пожилым людям на улице и предлагал помочь. Например, донести сумки с продуктами. Но просто так уходить злоумышленник не собирался. За свои услуги он просил с пенсионеров деньги. Причем с карты одной из жертв, 69-летней иркутянки, мужчина списал 120 тысяч рублей. Благодаря камерам наблюдения 43-летнего подозреваемого удалось задержать. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.